большой привет, и вы на канале Мартина Эльстер. В этом видео я хотела бы вам рассказать о бесплатном обучении в Польше. И да, это возможно. И даже ты, да-да, именно ты, можешь учиться в Польше и при этом не платить ни копеечки. Что же для этого нужно и с чего начать? Я расскажу вам об этом сегодня. Существует целых две возможности учиться в польском вузе бесплатно. Начну, пожалуй, с первой. Это карта поляка. Если у вас есть польское происхождение, и вы его доказали, у вас есть карта поляка на руках, или же вы хотите доказать ваше польское происхождение, то есть ваша бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка были поляками, у вас есть документы, подтверждающие это, вы можете подать заявление, пройти экзамены о знании польской культуры, польского языка. Экзамен, кстати, проводится на польском языке. То есть после него вы получаете карту поляка и потом можете поступать на таких же основаниях, как и все поляки, в вуз. И при этом вы ничего не будете платить за обучение. Но, к сожалению, не у всех есть возможность получить такую карту, которая бы позволяла бесплатно обучаться в польском вузе. Есть второй вариант. Как известно, обучение для иностранцев в Польше платное. И порой, знаете, присматривая цены, сколько же требуют вузы за обучение на бакалавриате или же на магистратуре, у меня просто шок. Потому что суммы просто неимоверные, и обычному человеку, самому простому, просто негде взять таких денег. Есть возможность учиться в Польше бесплатно. Каждый иностранец, не в зависимости из какого вы города, из какой вы страны, может учиться в Польше бесплатно. Но для этого нужно пройти конкурс. То есть, некоторые вузы объявляют конкурс на бесплатные места для иностранцев. В 2017 году проводили такой конкурс 6 вузов Польши. Это Силезский университет в Катовицах. Сразу же прошу прощения, если я прочитаю что-то не так. Извините. Так, Силезский университет в Катовицах, Вроцлавский университет природообустройства, Высшая банковская школа во Вроцлаве, Университет финансов и бизнеса Вистула в Варшаве, Варшавская политехника, а также Лодзинская политехника. Эти 6 вузов проводили в этом году набор, конкурс для иностранцев. Каждый иностранец мог принять в нем участие. Теоретически участие в конкурсе бесплатно, то есть никаких взносов не надо платить. Но на многих сайтах в интернете не пишут о том, что нужно заплатить за рекрутацию. Собственно, за то, что ваши документы просмотрели и у вас их приняли, даже если они в электронном виде. Например, я знаю, что в Поморской академии рекрутация стоила 85 вроде бы злотых, хотя там не было приема на бесплатные места. А вот в Катовицах, в Силезском университете, цена за рекрутацию это 150 злотых. Сумма вроде бы как и не маленькая, но все равно, поверьте мне, в некоторых университетах вам придется заплатить намного больше за то, что ваши документы просто приняли и посмотрели. Как же проходит, собственно, конкурс на бесплатные места для иностранцев? То есть эти вузы выделяют бесплатные места. Это могут быть места на все специальности или же на некоторые выборочно. Зачастую мест очень мало. Это может быть всего лишь одно место на одну специальность или же 4 места по этой же специальности. То есть вуз сам определяет, сколько человек он может принять на бесплатное обучение на ту или иную специальность. Обязательно заходите на сайты и пересматривайте специальности, на которые объявлен конкурс на бесплатные места. Может даже так случиться, что вуз, например, выделил 3 бесплатных места на химию. И в первом наборе
на бесплатное место подало всего лишь 2 человека. Эти 2 человека прошли, и бесплатное место осталось. То есть во второй волне это место также может кто-то занять из иностранцев. То есть если вы даже не сильно уверены в своих силах, если у вас не отличные оценки, если вы так учили среднее, если у вас не блистательные знания польского языка, то все равно пробуйте. Вдруг вам повезет, и действительно вы сможете начать свою жизнь в новой стране, с нового листа, и вообще поменять ее до неузнаваемости. Так что пробуйте и не бойтесь. Попытка не пытка, как говорится. Что же нужно, чтобы принять участие в бесплатном конкурсе? Во-первых, вам нужно пересмотреть списки, какие университеты предлагают бесплатные места в этом году. В следующем году, на 2018-2019 год, может добавиться какой-то вуз к тому списку, который я читала, или же какой-то вуз может уже не предоставлять бесплатных мест. Так что следите за информацией, читайте об этом в интернете, просматривайте официальные страницы университета. Следующий пункт – это регистрация на сайте рекрутации университета. Там нужно внести ваши данные, ваш номер загранпаспорта, ваш адрес, имя, фамилия и так далее, и так далее. Вам нужно заплатить за рекрутацию, за принятие документов. Сумма разная, так что берите во внимание, что вам здесь уже нужно потратить какую-то сумму денег. То есть обучение и так будет у вас не бесплатно, вам нужно будет выделить деньги как минимум на рекрутацию, легитимацию и еще на некоторые моменты. Также на том сайте нужно ввести сканы документов. Обычно это паспорт ваш заграничный, это ваш аттестат школьный или же диплом по бакалавриату. Также это перевод диплома и аттестата, это справка от врача и перевод справки на польский язык. Перевод обязательно должен быть присяжный, присяжный перевод делается в Польше. Эти документы вам нужно отсканировать и, собственно, прикрепить к своей страничке в интернете. Но можно обойтись на первое время всего лишь паспортом, сканом аттестата или же сканом оценок за ваш диплом и средних оценок по учебе за все 3 года. Остальные документы, то есть справка от врача, можно уже прикрепить позже. Также очень важный момент – это то, что вам нужно подтвердить знания польского языка. Если же у вас есть какой-то диплом, сертификат, которым вы можете подтвердить знания польского языка, то вы можете его туда приклеить на вашу страничку. Если вы учились в польском вузе на польском языке на бакалавриате, то вы автоматически знаете польский язык, и никаких дипломов, никаких тестов и экзаменов вам писать не нужно. Если же вы польского не знаете, то вам придется пройти тест. Это тест через интернет. Он состоит из письменной части и из устной части. Письменная часть вам присылается тест, который нужно решить, а письменная часть – это разговор на польском языке по скайпу. Так что вам нужно практиковать свой польский, если вы хотите участвовать в конкурсе на бесплатное место в польском университете. Вы должны тренировать не только письмо, собственно, грамотность, а также уметь выразить свою мысль на польском языке и также услышать четко, что от вас хотят. То есть главные документы – паспорт, польский язык и оценки ваши. Вы вклеиваете эти документы и ждете. Просто ждете. И потом на сайте вашего университета появляются списки, прошли вы или не прошли. На многих сайтах в интернете пишут, что у вас должен быть очень-очень высокий балл аттестата или же оценок по бакалавриату. Это все ложь, поскольку может пройти человек, у которого не очень хорошие оценки, это так мягко говоря. То есть не нужно быть отличником, чтобы участвовать в конкурсе. Участвовать может каждый. Польский язык –
Также на многих сайтах пишется в интернете, что польский должен быть C1, B2. Нет, вам так не могут сказать, какой у вас должен быть польский, поскольку вы его можете знать на C1, но при этом не написать тест и не выразить свою мысль по скайпу. Можно, допустим, знать польский на А2, и при этом на тесте вам повезет, по скайпу тоже. То есть не можно четко сказать, какой уровень польского языка у вас должен быть. Если же вы в нем не уверены, то я советую вам его повторить, подучить, может с кем-то по скайпу на польском поразговаривать, если у вас есть такая возможность. И не бойтесь, верьте просто в свои силы, и, возможно, вы польский не будете так хорошо знать, и, собственно, вы получите это место, и вам просто повезет. Я хочу, чтобы вы верили в свои силы. Если же ваш ребенок хочет поступить в Польшу, вы попробуйте. Вдруг ему повезет, действительно, он пройдет. Также, если у вас есть возможность, отсылайте документы в несколько вузов, поскольку в одном вы можете не пройти, а во второй вас с удовольствием примут. Желаю всем удачи в поступлении, и вы были на канале Мартина Эльста. Спасибо вам большое за просмотр, не забудьте поставить мне большие пальчики вверх под видео, также оставляйте ваши комментарии, и всем пока, до новых встреч! Yeah.